часто так случается? Ну, Греция, да, здесь у каждого, из-за каждого дерева, из-за каждого острова по-своему дует. Этим она и характерна, почему здесь больших кораблей так мало. Здесь очень трудно, кстати. Если на яхточке там два шкотика потравил или курс поменял, то все хорошо. А в таком парочнике, как у нас, пока повернешь, пока все просто уйдет. Суетно. Не просто здесь ходить. Но все равно, работа,